Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинго Ролеплей. Итак, я сегодня хочу вступить в ОПГ, ой, в ОПГ, в мафию, короче. Да, хочу в мафию вступить, в итальянскую. Потому что мафия это хоть что-то новенькое, я хочу попробовать себя в мафии. Хочу посмотреть, отличается ОПГ от мафии чем-то или нет. Либо это то же самое. Не знаю, получится у меня вступить или нет, но если это видео вышло, значит получилось, так что с вас... Давайте, чуваки, с вас побольше лукасов, если эта серия вышла. И подписан на канал, кто не подписан. Сейчас попробуем поехать в итальянскую мафию. Она находится в Бусаево, возле Бусаева или в Бусаево. Наверное, больше всего, что возле Бусаева. Блин, сейчас я так Ямаху расхерячу, что я разучился на ней ездить. Так, давайте вот так вот. Я не знаю, получится ли у нас... Я даже не помню термины толком. Ну, не знаю. Будет стыдно, конечно, если я не пройду. Ну, ладно, посмотрим. В русскую не хочу идти, потому что мне больше Италия нравится. Италия больше нравится что-то. Не знаю почему, но больше нравится. Сейчас поедем на собеседование в мафию. В итальянскую мафию. В итальянскую мафию. Посмотрим, что они у нас спрашивать будут. Думаю, как везде, в принципе, да? Ну, посмотрим. Ну, повторюсь, если эта серия вышла, значит, я в мафию. Так, Кирилл Питбуль, 16 левел. Думаю, я подойду, и у меня звезд нету, как бы. Кто-то тоже на Ямахе едет. Чё ты там, чувак? Хочешь снова потягаться? У меня что, Ямаха на блате, у тебя нет. Так что, чувак, ты не крутой. Ты не крутой. Ты не крутой. Так, чё ты там лагаешь еще? Ну, с багом я вообще не люблю ездить, я пытался его обогнать, но он быстрее начал ехать с багом. И я не смог его обогнать. Дом Бусаева продают за лям 800. Вито Римдо. Римдо какой-то там. Так. Собес идет. Да. За мной, окей. Окей, без проблем. Ваши документы. Это Руслан написал? Здравствуйте. Хорошо. Сейчас дам документы. Документы. Засунул руку в карман. Рука в кармане. Ми достал паспорт. Паспорт в руке. Передал паспорт человеку напротив. До передача. Так. Пас. Как у него ID? 242. Так. Ну, в принципе, не знаю, пройдем мы или нет. Но постараемся пройти. Постараемся пройти обязательно. Не знаю, надолго я ли здесь или нет. Ну, в любом случае, попробуем. Забрал паспорт. Так, забрал паспорт. Ну чё, Руслан какой-то ушел. Он не мне, наверное, написал. Как вы расшифровываете аббревиатуру ЧОП? ЧОП.
Так. Как чё переводится? Ё-моё. Чоп. Извините, я не знаю. Извините, я не знаю. Как ч... я честно не знаю, блин, как чё переводится. Извините, вы нам не подходите. Ладно, видите, я не прошел. Я не прошел ПХ. Давайте мотик возьмем свой. Лок один. Что? Что? Так. Снимаешь? Да. Снимаешь? Да, снимаю. Не знаю, наверное, выложу все-таки эту серию. Блин, я реально не знаю, как переводится чоп. Вот мне реально стыдно, я не знаю, как переводится чоп. Передаю привет Андрею Колтуну. Вот так вот. Вот реально стыдно, блин. Я не знаю, как переводится. Вот реально я не знаю, как переводится. Жесть. Жесть. Передал. Передал. Ну, в любом случае, все нормально. Так. X6 номера КМУ 222. Ну, не получилось у нас, короче, вступить в ОПГ. Я не знаю, как ЧОП переводится. Блин, меня никогда такого не спрашивали, ЧОП. Член. Блин, как там его переводится, ё-моё. Извините, мне стыдно, но я реально не знаю, как переводится ЧОП. Вот реально не знаю. Чрезвычайно, блин. Группировка. ЧОП, ЧОП. Реально не знаю, как переводится ЧОП. Ну, в любом случае, блин, мне не обидно. В принципе, я не прям так желал, не горел желанием попасть туда, но не попал. Не попал. Надо скриншотик сделать для превью. Для превьюшечки. Так. Надо было, конечно, там делать превью, но ладно. Ну, мы не вступили. Ну, ничего страшного, чё. Ничего страшного. Все нормально. Солнце проходит. Ну, солнце, не знаю, там финт маленький очень стал. Не знаю, может, когда я ушел, может, он еще меньше стал. Хрен его знает. Ну, там подписчики мои есть, кстати, в ОПХ. Это я знаю точно. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер и играйте. Всем пока.